ситуации. У нас в данный момент проходит спартакиада ОГП «Фосфорит», открытый перец ОГП «Фосфорит». Принимает участие в спартакиаде у нас 12 команд, заявились. Из них 3 международные команды. Это 2 «Велестроя» и команда «Техремонт». Вот, сейчас мы уже подошли к пику мини-футбола, к конечной его стадии, то есть сегодня проходили 2 полуфинала. До полуфиналов команды изначально были разбиты на 2 группы, по 6 команд. 2 команды сильнейшие в каждой группе выходили в полуфинал. Остальные команды будут играть стыковые игры между собой, чтобы разыграть все места. В данный момент сыграли 2 полуфинала. Это в первом полуфинале играли команда «Эхо Мафос» и команда «Еврохим Северо-Запад». Во втором полуфинале встречались команда «Кингисей Премстройсервиса» и сборная команда «Управление» плюс команда «Цеха экстракционной фосфорной кислоты». Вот, в первом полуфинале выиграла команда «Мафос» 2-1, вышла в финал. И в другом полуфинале выиграла команда «Кингисей Премстройсервис» и также вышла в финал. Вот сейчас еще пройдут 2 игры. Это будут разыгрывать, ребята будут места 9-10 и 11-12 места. И финальная часть нашего турнира по мини-футболу, это второй вид нашей спартакиады, будет проходить в пятницу 27 числа. Тоже в 6 часов у нас сначала матч за 3 место. И в 7 часов финал. В финале встретится команда «Кингисей Премстройсервис» и команда «Эхо Мафос». Мы с ними встречались в группе. Команда «Кингисей Премстройсервис» обыграла с минимальным счетом 2-1 команду «Мафос». Сейчас получилось так, что встречаемся с ними еще раз. Так это очень сплочает. Она у нас уже сейчас в таком расширенном формате проходит 4-й раз. Раньше мы проводили соревнования по отдельным видам спорта, но команды подключаются. Цеха, начальники цехов очень активно помогают, принимают участие в формировании команд для участия в спартакиаде. Вот, и вот четвертый год мы уже проводим в рамках спартакиады. У нас в общей сложности 10 видов спорта. И, конечно, ребята, игры здесь не заканчиваются, еще на производстве. Встречаемся, общаемся. Узнают результаты, болеют за других, за себя, то есть это очень сплачивает. И мне кажется, производство идет более продуктивно, начинает работать.